Всем привет, дорогие друзья! Неожиданно, да? Но, в общем, это моя селф. К примеру, я выгляжу почти так же. Светлые волосы, зеленые глаза. Как раз таки этот тег мне передали. Я так не хотел этот тег. Ну, ладно, черт его подери. Что ж, ребята. За что мне этот тег? Вдох, выдох. Вдох, выдох. В общем, этот тег... Слишком много информации. Конечно же, оно просто зачем мне это? Господи, я так этого не хотел. За что? Ну почему? Ладно, все, я готов. Все, я нарыдался. И теперь, конечно же, я могу ответить. Итак, первый вопрос. Был ли я влюблен? Был я влюблен и много раз. Я не знаю, как на это ответить. Так, а мой рост 1,70 м, 1,75 м или 1,77 м. Я высокий мальчик. Твое имя? Я не хочу говорить свое настоящее имя. Почему? Меня зовут Генрих. Можно просто Генри. За что? Хотя так называют мою страничку в ВК. Ну так логистика. Так. Мой вес. Есть ли татуировки? Да. Одна. Есть. Да. Мой любимый сериал. Моя любимая песня. Slowly burn me down. Everyone knows pretty about things I mean. Сколько лет? Мэтр, я не готов дать на эти вопросы! Мне... 20? Есть кто-нибудь, по кому я скучаю? Катрина из компании Refrain предлагает за косметику, просто заинтересована. Я скучаю по Катрин, но она скоро ко мне придет, и мы будем снова с ней вместе тусить. И, конечно же, будут влоги. И, конечно же, будет жратва. Я люблю тебя. Любимая фраза? Ни с того, ни с сего начать жрать. Любимый актер. Slowly burn me down. Every walk all spin about ten things on me. Лёвик, самый мой любимый, самый шикарный и большой. Уйди. Нет. Блин, лампа в глаза, не видно ничего. Громкая или тихая музыка? Ты будешь сниматься нормально или как, а? Мэтр, но я не привык, как бы, я... Я... На... Передаю это так. Ты. Идёшь, снимает этот тег, да. Я жду, у тебя всего лишь есть неделя, а дальше я тебя... съем. Ту 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 ту
Пошел вон отсюда!